раздавлен и распят, а корабли в порту стоят, и движения руки хватит, чтобы им поплыть. Но забыли капитана два военных корабля, потеряли свой фарватер и не помнят, где их цель. И осталась в их мозгах только сила и тоска. Непонятная свобода обручем сдавила грудь, и неясно, что им делать, или плыть, или тонуть. Корабли без капитанов, капитан без корабля. Надо заново придумать некий смысл бытия. Нафига? Осталось в их мозгах только сила.